Спорт – это не просто мода, это насущная необходимость нашего времени. Все больше славянцев занимаются теми или иными видами спорта, ведут здоровый образ жизни. И потому расширенного заседания Совета по спорту с нетерпением ожидают все, кто связан с физкультурой и спортом. А таких людей в Славянском районе тысячи. Славянский район по праву называют территорией спорта. Весомые успехи славянцев как в массовом и детско-юношеском спорте, так и в спорте высоких достижений всем известны. Победы славянских физкультурников и спортсменов во многом обеспечены большим вниманием к спорту властей всех уровней. И об этом речь шла на торжественном мероприятии, где подводились спортивные итоги работы в минувшем году. Ветераны спорта, спортсмены, тренеры, руководители детско-юношеских школ, других спортивных организаций, представители местных властей и спортивной общественности собрались в зале городского дома культуры. Глава Славянского района Роман Синеговский приветствовал всех собравшихся, подчеркнув, что расширенный совет по спорту готовится очень серьезно и вызывает большой интерес у всех заинтересованных в этом людей. Нам предстоит дальше развивать в целом спорт и базу, и наши достижения, они по-хорошему должны увеличиваться. Хотелось бы, чтобы не было, как мы порой говорим, где-то густо, где-то пусто. У нас 15 сельских поселений, и хотелось бы, конечно, чтобы прежде всего массовый спорт, он развивался во всех наших поселениях. А уже спорт высших достижений, мы понимаем, что здесь уже подключаются люди, которые в этом соображают простым языком и подхватывают тех детей, которые наиболее одаренные или которые более трудолюбивые, для того, чтобы достигать уже более серьезных результатов. Для того, чтобы спорт был доступен каждому, есть современные спортивные комплексы, стадионы, дворовые площадки, комплексы уличных тренажеров, спортивные секции и кружки. В 2019 году физической культурой и спортом в районе регулярно занимались более 65 тысяч человек. За год занимающихся стало больше на 2500 человек. Лучшие показатели в данном направлении Славянского городского поселения, Анастасиевского, Забойского, Побережного сельского поселения. На сегодняшний день в 15 поселениях работают 15 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Работа клубов по месту жительства позволила увеличить массовость проводимых мероприятий, а также увеличить привлечение к занятиям физической культурой и спортом всех слоев населения. В течение года в районе проведено более 500 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 120 тысяч человек. Здесь состоялось более 75 спортивных состязаний краевого и всероссийского уровней. На всероссийских и международных соревнованиях славянские спортсмены завоевали более 980 медалей, что на 56 медалей больше, чем в 2018 году. Вокруг спорта люди объединяются. К примеру, строится спортивное сооружение, спортивная площадка. Туда идут люди, идут вместе с семьями, идут со своими друзьями. И вот там начинается общение, чего, поверьте, нам сейчас очень не хватает. Век интернета, телефонов, ватсапов. Хочу пожелать, чтобы в следующем году мы в основном говорили о спорте. Всего хорошего, спортивное настроение, и давайте будем заниматься спортом. Заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Борис Тихоненко высоко оценил достигнутое и поблагодарил руководство Славянского района за большую и плодотворную работу по спортивному развитию. Депутат законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский отметил улучшение материально-технической базы спорта в районе за последние годы. Власть создает условия. А вот содержание, наполнение этой работы, успехи – это, конечно, забота и задача коллектива. Коллектива преподавателей, коллектива тех ребят, которые занимаются. Потому что все это делается для развития молодежи. Кто-то станет олимпийским чемпионом, кто-то остановится на каком-то этапе более низком. Но все это для того, чтобы детство, юность, и молодость и взрослость проходили вот в условиях активной спортивной позиции. Затем наступила самая приятная и волнующая часть мероприятия – чествование всех, кто внес свой весомый вклад в спортивную жизнь района.
чествовались ветераны спорта, призеры и победители спартакиады, физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, спортивные специалисты, лучшие спортивные команды, лучшие спортсмены и тренеры, руководители спортивных школ и организаций, представители местных властей и средств массовой информации. Грамотами были награждены члены паралимпийской сборной района, неоднократные победители, призеры краевых и всероссийских соревнований и их тренер. Звание лучшего спортсмена района получил мастер спорта международного класса, победитель чемпионата Европы и абсолютный чемпион первенства России по настольному теннису Денис Косткин. 2019 год для меня стал очень успешным в плане того, что я стал победителем Европы в юниорском разряде и во взрослых в командном разряде. Также в парных разрядах и смешанном. Но свой спортзал, у нас как бы есть свободное время посещения зала, мы больше начали тренироваться, и как бы нам никто в этом не мешает. И я считаю, ну, то, что это наоборот нам плюс подготовки ко всем соревнованиям. Лучшим тренером года был назван Вадим Крылов, тренер-преподаватель по настольному теннису детско-юношеской спортшколы «Юность». Ну, это очень приятно, конечно. Если решили, что именно так, значит, он так и есть. То, что выстроили нам зал, это вообще прекрасно просто. Теперь можно еще вдвойне больше работать, потому что спокойно, никуда не уходить, ничего. Поэтому и Денис Косткин теперь, у него перспектива сейчас попадения на чемпионат мира. Вот в этом году мы будем работать над этим, в марте поедем на чемпионат России и будем стараться попасть на это мероприятие. Праздник ярко продемонстрировал, что физкультура и спорт в нашем районе успешно развиваются, а значит, нашим спортсменам будут покоряться новые спортивные вершины. Для этого будут созданы все условия. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».